Всем привет, если вы смотрите это видео, то попали на мой канал, с вами DriveFuer, добро пожаловать обратно в Lich Brave Souls. И сегодня у нас прохождение Epic Raid'а Awakened. Epic Raid, но за оранжевого персонажа, собственно, вот, за Нойторку. Вот в такой сборочке, собственно, аксы как в PvP у меня стоят, а линки вот специально для этого квеста. Поиграл уже им в PvP, мне очень уже нравится, уже... Я ему, как видите, прокачал только два уровня, два пятых из линка успел сделать. Ну, в общем, очень хорошо, он уже разносит все и Яхве, и ну понятно, и Кенов красных, и Чада, он всех разносит, он просто имба. Так, ну как обычно, вот третий и выше, 46. Ну тут можно и от четвертого, в принципе, поставить, тут не так опасно. Вот, ну чё, get Нойтора or Sajin, please. Get Нойтора or Sajin, please. Ну, я думаю, сейчас к Sajin это зайду, потому что всё-таки первым ТКВ уже больше полтора года. И давно уже много у кого он есть. А вот Нойтора только-только вышел. Желтый огонь, кстати. Да, о, ни хрена, вот это встреча, от этого я даже не ожидал. Ну и отлично, чё, давайте, 200% бонуса. Сэнкс, друзья. Так, анимедия у нас, через клан анимания. Валерио никак не подключается. Так. Thanks for waiting, damn. У нас тут один чувак не грузит. Чё? Да, вот так вот играешь, отстой. Вот это правильно. Ой, подожди. Как у меня, смотри, первые два линка. Так, ты у нас чё? Вот, блин, а. Ну, из-за этого говноеда тупого, блин. С дебильным этим соединением. Ну что это за дерьмо, я не понимаю. Почему и на его место никто не может встать? Что за дерьмо? Короче, заново создаем. Подожди, конченые, господи, ну что с этим? Что происходит? Почему так происходит? Я не понимаю. Это интернет! Это телефон у них, или чем проблема, я не понимаю. Я могу процентов на 90 только быть уверен, что это они в этом виноваты, в том, что они не могут зайти. Вот, отлично. О, топ-тима. Все, топовая тима, давайте. Главное, играйте правильно, не умирайте. Ну, это варихард, тут вообще не сложно. Тут достаточно просто. А вот на ультимейт, там будет жопа. Так, ну что, давайте. Давай, разнесем его в пух и прах сейчас. О, 10 барьер вообще отлично. Сразу буст узану на нас всех. Давай, мочи его. Вот это я понимаю. Уже разнесли его. Давай, я его парализую пока. Супер вообще. Давай, разнесем. Ну и вообще, два забей. Ну и Тори и Камамура в команде, это просто. ГГ. Ты посмотри, что происходит. Все, у него уже... Сколько это? 40 секунд. Давайте, мы должны рекорд установить, мы должны его завалить, пока он... Только не помирайте, ребят. Давайте, мы должны успеть за минуту, меньше чем за минуту его завалить. Давайте, давайте, не убегаем. Валить его, давай. Охренеть. Very hard. 53 секунды. А этот удар фуллскринил. Охренеть. 52 даже.
Очуметь. Ультимейт, конечно, мы так не разнесем, но... Потому что он труднее в разы. Но, тем не менее, быстро мы справимся. Если наберем такую же команду сейчас. Так, но уже от третьей выше. Тут все-таки я придерживаюсь третьей лиги и выше. 46-й ранг. Get Neutora or Sajan, please. С уважением надо относиться. Пожалуйста. Блин, класс, но Нойторы в глазу Хугиоку находится. Вот это да. Уямим вообще за ним. Слушай, вообще огонь. То же самое, что и было. О, смотри-ка. Хэд Каптейн у нас тут. Шэнкс, что не так у тебя там? Please get ready. Давай. Все, давай. Вот теперь вообще огонь. Ну, давай. Отлично. Let's get started. Если мы сейчас пройдем с первого раза, это будет самая короткая фишбонда, который был, по-моему. Хотя нет, с кенами, по-моему, тоже было легко. А, там три сложности, поэтому долго. Да, здесь две всего. Ну, давайте. Три Камамуры, три Нойторы. Я думаю, мы справимся. Экстра дата самая долгая у нее, ни хрена, это вообще такое может быть? Так, Нюр, а ты что так долго грузишься? Я не знаю, как правильно определить этот звук, это уже не английский, так что я не знаю. Давай. Отлично, ну все, погнали. Итак, 10 барьеров, сразу буст кидаем. Так, отбегаем. Давай, мочить его. Бэккраш смотрит туда, давайте сюда. Ну, блин, конч. Да, вижу. Давай, мочи. У меня пояс, в принципе, да, хорошо. И хп много. Куда ты по мне-то целишься, ребят? Так, фронт хаммер, это хорошо. Лефт накл, я вижу. Дурень, зачем ты летуешь-то сейчас? Давайте, мочить его. Почти. Сейчас я его пролезу на время. Ой, блин, не получится пролезать. Ну ладно. Этот чувак уже второй раз сдох. Ну господи, ну как так можно? Хотя, может, он не видит. У него вот эта атака, кстати, как у Яхвы, походу. Тоже далеко очень бьет. Вот сейчас реально, я вот, походу, почему плохо играл днем просто. Я играл тоже не очень, я чуть поучаствовал. А все потому, что я не видел просто атаки, и там солнце, что светило в экран, я не видел. Сейчас-то я прекрасно вижу все его направления, чем он бить собирается, и поэтому мне легко играть. Круговая. Фронтхаммер смотрит туда. Все, без проблем. Валим его. Давай, циркуляр. Уходите. Давай, мочи. Пишите в комментариях, сколько смогли пройти вы. Так, я вижу, вот куда. Все, ну легко же, ну че они такие? Для меня будут сложные только за синих и за зеленых, потому что, ну понятно, капитан отлетел. Только не выходите, думая, что типа мы не справимся. Я надеюсь, они не такие. Потому что с этим-то мы справимся. Парализовать его надо. Ой, я плохо сделал. А хотя не, нормас. Я живой остался главное. Давай. Ну все, тот вообще лох, у которого нет воскрешения сейчас. Блин, да вы чё такие? Ну что вы творите-то? Что вами управляет, я не понимаю.
Давайте, ребят, просто валите ее и все. А, видите, область, в которую он даже не бьет. Воу! А, ну, ладно, нормально, нормально. Он в сторону смотрел. Я этого не заметил. Давай! Ну, это самое короткое, походу, видео будет. Да. Самый короткий эпикрейд, который мог быть. Все, друзья, вообще с первого раза все справились. Ну-ка, давай, смотри. Да, у него очень далеко бьет. Все, отлично. Класс. Сейчас маяк нафармлю. И нормас. Куплю себе баночек. Да. Ну, насчет этого. Я билет уже купил себе. Слушай, а 10 минут-то хоть прошло? А то я даже не смогу. Так. 105 минут. Вот смотри, Link Potion. Вот они. Вот. Я могу еще 2 купить. Все. Больше не могу. Так. Просто Summon Ticket, как видите, я уже купил. Осталось только теперь покупать орбы. Но это вообще будет не проблема, потому что так легко фармить эти монетки, что вообще. Можно будет еще вот это купить обязательно. Для чего-нибудь. Ну и вот этими заниматься, потому что... Да. Дроплицы не нужны мне. Ну, вот. Вот эти вот я все купил. Теперь надо... Блин, ну вот сейчас на вот этот никто не ходит, никто не хочет в него ходить. Поэтому я не знаю, как купить мне... так, тут у меня все давно куплено. Вот это вот. Мне надо вот здесь купить. Я смогу еще 150 банок купить. У меня будет на Иторе этот самый. Прокачан еще один линк на 5 уровень. И сейчас у меня 30 банок я ему вот купил. Смогу сейчас 150 и... А, нет, 5-го не будет. Ну, в любом случае будет... 4-й? Да, 4-й точно будет. Вот, ну... Собственно... А, нет, не 4-й, а 3-й получается. Да, 3-й. Ну и нормально. Ну, надо вот этих нафармить просто, и все, никто не ходит. Ну, а на этом все. С вами был Дрейфор, это был Epic Raid, Ultimate, Very Hard, Awakened, за Нуиторку, за прекраснейшего перса, которого я обожаю, буду им играть постоянно. Ставьте лайк, если понравилось видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте следовать по всем ссылкам, которые в описании, обязательно смотрите видео, которое показано на ваш экран, нажмите на колокольчик и не забывайте, что ссылка на плейлист есть в описании и в подсказках к видео. Всем удачи и всем пока!